вначале. Ну, это и в Арно ездили, вот у нас был такой целый цикл, но это во времена перестройки, когда все двери вдруг открылись, это было чрезвычайно интересно. Зато нет ни минуты, да, чтобы погоду сказать, если не только попрощаться, поблагодарить отца Григория Ивановича Григорьевича. Главного настоятеля храма Рождества на Предтече в Юках Выборгской епархии, профессора, доктора, главного доктора Ивановича Григорьевича. Спасибо. Нас всех Господь. Кто был сегодня с нами? Наш прямой эфир обеспечивал звукорежиссер Алексей Кузяков, дежурный редактор Анна Бондаренко, у микрофона работала я, ведущая вечернего радиоканала «Пульсовский Меридиан», Татьяна Кузачева. Всем хорошего, будьте сейчас это разворачивается. И в Фарносово ездили, вот у нас был такой целый цикл, но это не все двери вдруг открылись, это было чрезвычайно интересно. У нас не было ветра радости. У нас не было. Это очень это нет ни минуты, да, чтобы погоду сказать, не кроме того, что поставить отца Григория Игоревича Григорьева, настоятеля храма Рождества на Предтече в Юках Выборгской епархии, профессора, доктора, главного доктора. Канала «Пульковский Меридиан». Большое всем хорошего. Будьте здоровы, берегите себя и близких. Если получится, встретимся в среду. Бондаренко проведет тот эфир. До свидания. Еще раз. Температура воздуха ночью 0,2 градуса.